Ну что, новый рейс, новые проблемы. Снова Сашка. Вот в таком вот одеянии. Работает, меняет. Развалился ролик. Нет, ролик этот бушный, но все равно. Ой, вот он. Ничего от него не осталось. Подшипники. Что-то тут еще где-то лежало. Ой. А, во. Ну, короче, он развалился, разлетелся. Меняем. Что теперь? Вот аж пришлось снять. Потому что иначе вот сюда вот ни сверху, ни снизу, ни подлезть. Вот так вот. Кто там хочет дальнобойщиком быть? Романтика? Вот она романтика. Вот она. Вот она дорожная романтика. А пока гайки с болтами крутишь, можно в небо посмотреть. Позавтракаем и в путь. Все, что описано здесь, чистый вымысел, хотя и изложено в контексте реальных событий. Здрасте, здрасте, люди добрые. 6:30 утра. Едем. Черкассы, Уфимский район, 1400 километров. Задача прибыть завтра до обеда, часиком к 2-3. Прем загружено где-то 4 тонны газель Бусинес, наладом дышим, но идем, приятного просмотра, только вперед. В принципе, ерунда, осталось 1294. Нормально. Я вроде интерес бы как-нибудь заехал бы вот сейчас на весовой контроль. Если был бы я бы на Next'е, меня бы давно зажучили. Next'ы они видят, Next сразу весь опускается. А тут, блин, такие рессоры, что ей хоть 10, мне кажется, грузи, с виду не узнаешь, если только колеса лопнут. Все, наконец-то вырвался из Рязани. А, и вот что хотел сказать, там пишите, давай стрим, давай стрим. Ну нафига стрим, что это такое стрим? Я думаю, что стримы запускают, чтобы деньги клянчить и цыганить. Я снимаю видео для души. Для себя, на память, и вы вместе со мной, кому интересно, на стрим, но там по-любому у тебя никаких действий, дебилы ведут стримы, там измазывают себе рожу непонятно чем, или что там, кривляются, но пока до этого не опускаемся. Считаю стримеров просто это, которые сосут деньги, и все, стрим только ради этого. Мне это нахер не надо. Я делаю все от души, а не видео ради видео. Ну, потому что кроме как не денег, я там видел, там по 8 часов стримят, там еще. Ну, кроме как не денег сидеть 8 часов у компьютера, это надо быть тогда вообще умалишенной мразью. У тебя что, своих дел, своей жизни нет? Посмотри, красота вокруг нас. Ответил. Тут и так оно, вот как ни крути, худо-бедно, каналу где-то ну, 40% своей жизни оно посвящается. То, что я снимаю полноценные фильмы и днем, и ночью, и ни один блогер такого не делает, дальнобойный. Где-то кто-то там включается на середине рейса, обрубился на недоделанном рейсе, хер пойми. А тут делаешь, это требует больших усилий, большой информации, потом все это сделать тудым-сюдым,
И еще и сидеть стримить, когда у тебя есть где-то время дома, когда там кто-то сидит, пиво пьет, тебе херню пишет, а ты перед ним там писер мечешь, блин. Ну я не знаю, там должны тогда очень большие бабки платить, и чтоб тупо просто сидеть стримить, а вместо работы, допустим. Не знаю, мне кажется, интереснее смотреть речь, чем какое-то чучело там будет перед тобой мазаться майонезом. Ну, дебилом дебилы, как говорится. Мы с вами не такие, верно? Притом, одна пьяная свинья, измазанная майонезом, развлекает другую пьяную свинью, которая за это платит бабки. Парадокс. Тиктокер же там одна тоже. Вот, у меня тут, блин, 1 000 000 подписчиков в ТикТоке. Писала мне тогда что-то. Как на Ютубе все это делается? Я говорю, на Ютубе такое не прокатит. Там, говорю, 15-секундные ролики, где-то там жопа, и там только одни жопы, и все. Я говорю, заклей твою жопу, ты нахер никому не нужна там будешь. А вот и дата. Красная любовь, сердце бьется в дом. Вон, придорожные синявки. Кто-то спрашивал, стоят. Конечно, стоят, куда они нахер денутся. О, Метан, Шацк. Но я его проезжаю. Потому что я думаю, что должно мне хватить до Союз Метана, моей любимой метановой заправки в Макшане, в Пензенской области. Сейчас пока проезжаю Шацк, кладбище, и вот все время вранья много, да, какое-то вот притяжение к ним есть, и вот сейчас вспомнил, вот, была одна девушка, ну, как-то где-то подходит ко мне, о, привет, Женек, я говорю, а я тебя что, разве знаю? Она говорит, ну, вот мы тебя смотрим, ну, это было 2 года назад, тудым-сюдым, я видел ее всего лишь 2 раза в жизни. Вот так, это вот на улице. Привет, привет, там пока тудым-сюдым. Типа с одного там района, с бывшего. Говорит, мы там смотрим, там все прикольно, там тудым-сюдым. И все. И вот потом как-то она мне что-то писала, говорит, что ты там это думаешь, не думаешь. Может, говорит, ты на мне женишься. Я говорю, хер знает, не хочу что-то. Я говорю, ну если что, я буду иметь в виду. Ну и все, и потом я как раз уехал в Минск. Вот. Ну и все, и как больше никакой связи, ничего не было. Я думаю, ну и ладно. Вот, а вчера тоже добавляется ко мне какая-то барышня. Ну, без фотографий, без всего, но имя женское. Я пишу, ты хочешь познакомиться? Хотела, или ты знаешь меня? Она говорит, ну, через друзей мне, говорит, про тебя рассказывали. Я говорю, что же рассказывали? Что ты блогер. Я говорю, ну, и что дальше-то? Вот. Мне про тебя часто вот эта Лера, типа, рассказывала. Жаль, что ее с нами нет. Я говорю, какая? А я, в принципе, больше никаких и не знал. Я помню, что вот имя такое запоминающееся. Я говорю, а что, почему нет? Я говорю, я не в курсе вообще ни в каком ничего. Ну, типа, говорит, 2 года как умерла. Ой. Говорит, хрен его знает. Почему, неизвестно. Я к ней, говорит, приходила прям накануне ее смерти, типа, посидеть она звала. И, типа, говорит, показывает мне фотографии, плачет и показывает фотографии своей бабушки. Она, говорит, меня к себе зовет. Ну, я, говорит, нет, не приняла никак к серьезу. Говорит, да ладно, это херня. На кладбище, может, надо сходить, там, типа, или как там, я не знаю. И все. Вот так вот. И нету. Меня пока никто не звал. Но я открыт к предложениям. А к чему я это вам рассказал? Да хер его знает. Азиатская сторона.
азиатская сторона. Азиатская сторона. Из 15-12 до заправки 50 километров. Надеюсь, дотянем. Пол-литра молочка с гейнером, прием пищи. Также это вкусно. Жалко, что последняя порция. Но это очень вкусно. Очень вкусно. И главное, питательно. Часа на два забуду вообще об обеде. Как раз до трех, думаю, дотяну. Что-то тут ажиотаж какой-то большой. Вот он, метан. Дотянули. Какие-то узбеки. Черные в береточках. Вот он, союз метан. Блин, жалко, тут нельзя это... Можно, конечно, но, блин, поток очень здоровый сзади. Поэтому приходится вот в километре тут на разворот идти. Заправился, блин. Единственное, что тут хреново, что слабовато дует. Да, наверное, туда... Башкирить не хватит, придется тут что хернуть, если никого не будет. Блин, никого нет. Да пусть смотрят, что, когда это было. Тогда, когда я это видео снимал, еще через сплошную можно было ездить. У меня все равно липовые номера такие откидные, чик-чик. В общем, наверное, сейчас держу путь без 15 час. Держу путь теперь до Сызрани. Сызрани, наверное, придется херануть. Вот еще 917 километров, но это точной точки выгрузки как таковой и нету. Держу путь в этот поселок, но ты, говорит, туда въедешь и сразу поймешь, куда тебе надо. Там тебя, говорит, встретят, примут, обогреют. Ну что, время 2. Связались со мной, кто будет принимать груз. Ну, завтра, часа в 2-3. Видно было. Скинули мне точку. Ну, примерно так же, как я и еду. Как ты его вообще как оппонент? 2 часа, пора бы попельмешить. Почему взял пельмени? Потому что ехать до хрена сегодня надо. Еще 840. Еще, блядь, отвлекаться, не стоять. Ты когда-то хорошо меня подставил, да? В ходу поехали мешать. Был момент, был конфликт. Тогда вопрос тебе сразу. У тебя три, чем больше, чем лучше. Еду, ем пельмеши. Больше съем. Я же сутки могу раз. Смотрю. Ну, то есть для тебя... Бокс-конференцию. Артур, вот мне непонятно, как, если это у них профессиональный бокс, профлига, получит звук. И они все время решают, сколько раундов. Уже это все обсуждать непосредственно. То есть, 2 раунда я могу, а 10 у меня уже все, отдыхал. Если профбокс, готовьтесь, чтобы 12 раундов. Конечно, 12 раундов эту хрень смотреть, в основном бои там полное дерьмо. Если только вот... Редко, когда нормальный бой бывает, но не суть. И вот на конференциях, смотрю, вот тяжи, да, все большие, спокойные, на уважении, все мирные, а маленькие гавкают там, как собачонки всегда. И так и в жизни. У кого большой внутренний мир, большая душа, вот он, да, он знает, что он из себя представляет, он хороший, спокойный, адекватный человек. А вот у кого нет ничего, вот эти боши, они там гав, там, сям, им надо, все надо. Так и есть, это реально так. Пельмень не в рот, если я не прав. Началась подготовка небольшими подъемчиками. Ну, а ползу, колупаю, ковыряю, на третий вот еду. Там, говорят, перед Жигулевском.
Тогда тебе что-то пробка какая-то огромная, здоровая, затор. Но мне деваться некуда, надо ехать. Ну нормально, на третий заполз. Здесь. Все, Пензенскую область покидаю. Пол четвертого. Жду футбол, через час Спартак будет играть. С Акроном. На Спартак поставил. Блин. Через 20 минут Спартак играет с Акроном в Жигулевске. А я до Сызрани никак не доеду, там до заправки. Если бы вот вчера мужик, который в 9 вечера меня выгружал, а если бы в 2 как загрузили, я вчера бы выехал, попал бы на матч Кубка, на полуфинал. Нет, старые. Все нормально, что тут колесиками. Мост сухой, подвесной висит. Ломба висит. Все, прём дальше. Все здесь сейчас. А так тоже, да, прикольно? Это сухой матч. Где матч, там подгадывать, там в город и матч посещать. Сенсации, и мы с нетерпением ждем, что же придумает в этот 673 раз, километра еще, да, выброс. Что придумает, Алексей? Знаете, есть два факта. Вон он, до Жигулевская, 140. Как раз к закрытию матча закончу, они уже вон там прибыли. Может быть, где-нибудь там пробка перед Жигулевском? А, ну я еще там в пробке простою, они уже уедут. Ну, может, где-нибудь помахаю Антохе Зиньковскому. Зиньковский и Зобнин обсуждают, я не знаю, тонкости. Пенальти. Связь пропадала, вот появилась. Сызрань, въезжаю. В отсутствие нападающих Спартака. Вот она. Соболев дисквалифицирован аж до финала. Например, Бальде выполняет его функции. Абаскар сказал, что разные нападающие перед игрой с Уралом спрашивал его, будет. Сейчас заправимся. Абаскар сказал, нет, это разные. Ну давай, Бальде. Петрию, Бальде, даже без Соболева играет на фланге. Ну а теперь... Соболев конкретно в двух последних... Да. Победа не забили два. Не забили. Ну ничего, ничего, только 20 минут. Вот если бы не метаны, да, сейчас бы ехал бы и ехал. А это нет, с другой стороны, вот. Сызрань. С другой стороны въезжаем. Вон она, метан наш. Манду, что-то около 1000 заправился. Интернет пропал. Но я видел, что Спартак пропустил. Короче, ровно 600 остается мне километров. У меня еще в Октябрьском дозаправка будет. Короче, в Манду настроения нет. Спартак, блин, козлы вонючие. Вообще не могут ни пенальти пробить, ни гол забить. Что там есть там? Мусора нету. Развернулся тут через двойную нахер. Время на час сместилось. Сети нет, ни хрена нет. Есть только трощи. Но я видел, там еще что Спартак 2-0 проигрывал. Да, все верно. Вот валы и началась пробка. 2-1. 2-1. И мяч, ну чудом не оказывается. В воротах, правда, это еще не все. 5 минут осталось играть. Предсказуемую траекторию, именно поэтому Сергей не рассчитал. Пруцев меняет фланги очень легко. Бальде. И не
пробки под, мяч, поспешил, под пельмени. За спиной был Никита Чертов. И достаточно много свободного. Плакали наши денежки. Вот как поставил, что Спартак не проиграет ва-банк. А, кстати, тут футболисты останемся мы к арбитру, не попал ли мяч в руку. Без наших выделенных суточных. Это капец. Это конец. Но мне кажется, зря. А чисто теоретически с другой московской командой они смогут встретиться только в суперфинале. Но об этом пока думать рано. Пока все. Здесь праздник, которого не видел. А я так и не подъехал к Жигулевску, а уже из кубки нас выперли. Проиграли все деньги, к сожалению. Но есть еще пельмени, есть еще пробка. Жизнь на этом не заканчивается. Еще пилить и пилить 530 километров. Еще вон чушки-обочинники постоянно. Куда там лезут, куда, если там ремонт и дорог. Не понимаю. Так, а у меня поднялось только что настроение, потому что у меня же есть схрон. Не зря я перед рейсом закупался на схрон. У меня еще там был, я всегда подкапливаю, потому что вот так вот раз, и Спартак, как всегда, меня один Спартак подводит. Ну, я так, я, конечно, не такой игрок, я раз в тур, когда есть возможность. Сейчас, думаю, скучно, поставлю. Ну, чисто посмотреть матчик. Думаю, уж Акрон, ну, по-любому должны обыгрывать. Нифига. Думаю, ну ладно, уж потом подстрахуюсь, хотя бы в ничью точно сыграют. Ни хрена, и все, две ставки улетели в задницу, ем пельмени. Но есть схрон, так же, как у Владимира с Оренбурга. Володя, тебе большой привет и хорошей дороги. Айда, Женек, в путь. Схрон. Завтра Кумертау, пятница. Охереть, тут уже, блин, видите, дым, дымовал какой. Это какой-то обочинник там херачил. Уже стемнело, смотрите, а мы вот только в Жигулевск въехали. Где там эти, блин, футболисты Спартака, подзатыльников им надавать хоть всем? Козлы. Блин, хорошо, что не было сети, этого я не видел. На данную минуту я даже не знаю, кто забил у Спартака гол. Может, какой-нибудь опять там пенальти им уже вмонтячили. Ну, короче, ладно, все, похер, забыли. Схрон есть, была бы честь, а мясо нарастет. Ой, не знаю. Ремонты. Не слабо тогда. Не слабо. Назад тоже, что ли, придется стоять. И тут никакого ни реверса, ничего такого, ничего подобного я не заметил. Ох, тут на катере едет кататься. А мы сидим тут, простатки свои просиживаем. Не, все-таки да. Вот они, ребята, стоят. Я смотрю в пробке, кто-то там встал, кто-то пернул. Все, огонь у них. А тут не пснуть, не пернуть, блин, в этой катафалке. Но тем интереснее ведь, ребят, тем интереснее. То вот все, предел моих возможностей. И сидишь здесь весь понурый, сопли летят. А это как бы... Ты знаешь, что это вообще начальная стадия вождения. Что есть даже те же газоны с закопильными спальниками. Есть
маны с большими кабинами, такие 10, там они сколько тонненькие. Ну, уже с кабинами от фур, но одиночки. Здесь, в конце концов, фура. Газель, конечно, романтика такая себе. О, весь подъем. Ты чё, помеха справа у тебя, стой там, перди. Вот он. Тогда помните, где у меня это, сцепление не было, когда я с Буздяка ехал на Нексте со спальником, когда там сцепление ёкнуло. Тормоза-то у меня хоть есть? А то сейчас разгонюсь и тормозов не маю. Женема тормозов. А нет, тормоза есть. Это на газоне тормозить мне запретили. А на газели тормози куда угодно. Кстати, видите, вот передо мной едет. И у меня родился гениальный план. Как можно компенсировать проигранные деньги? Влететь к нему, 63-й. До Самары он точно идет. И бесплатно прокатиться. Ну, я, наверное, хер запрыгну, не знаю. Фу, блин. Не знаю, ребят, решил включение сделать, потому что сильно запахло гарью. Возможно, мы горим. Прям очень сильной гарью. Не знаю, либо я горю, либо тормоза у большегрузов, либо... Блин, а тормозить-то плохо. О! Ну прям копоть такая. Проветрить. Да нет, вроде пламени, языки нигде из-под кабины сюда вот не лезут. Не знаю, вонь прям мерзкая. Вы не чуете там пахнет? Нет. Блин, по-моему, у меня что-то горит, ребят. Вон дым, смотрите, прет. Капец. Во, все. Вот сюда вот стало, если сгорит, чтобы хоть ничего не загорелось рядом. О. Офигеть, дымовал. Страшный. Колодки. Вот он дым прет. Из правой колодки. Вроде ж только меняли. Вон там видно. Наверное, не видно. Сейчас на телефоне включу. Ну что, перегрелись. То, что вес, блин, и вниз когда тык-тык-тык, считай, стояли, с бугра пробище какая тянулась, и на бугор тянулась. И сейчас вот вверх опять туда херачить. Ну а что я могу сделать? Только пусть они постынут. От трения, блин, с барабаном, блин, хер его знает. Вон там полная жопа. Там полная жопа, как ни крути, туда ехать. Показывает-то, в принципе, вот здесь только вот забраться, где этот пост ДПС. Ну, потихоньку поеду, попробую. Че, деваться некуда. По-любому ехать. Вообще не буду нажимать теперь на тормоз. Вот сейчас. Чуть-чуть, ну, потому что надо. Как-то надо остановиться. Че я, блин, лечу или гоню, что ли? А я уж это...
Вон, оделся, то, что у меня тут документы, телефон хотя бы взял со всей хренью. Блин, сейчас там в гору. Ну ладно, прорвемся. Ужас какой творится. Вообще ужас. Это вот они лезут, это они объезжали там немножко. Она вон там, видите, сейчас раз и пойдет. Весь этот затор из-за того, что кучка полудурков пытались этот затор объехать и создали затор. Это реально факт. Волга. Вечерняя Волга. 8:30 в Тольятти. Красота. Красотиша. Короче, Прус, Амару прошел. Поеду, еду, еду, еду. Такой хлопочек. Раз, и этот пропал. Газ, кнопка потухла. Потом опять хлопочек, и кнопка загорелась. Ну вот уже примерно час еду, больше не мандила. Пельмень долгоиграющий, никак, блин, не кончится. Что-то, блин, кусок в горло не лезет. Из-за всех переживаний. То со Спартаком, то с этой катафалкой. Имя само, блин, как-то ей уже, блин, закрепилось на языке. Не знаю, сейчас вон посмотрел. 213 километров до Башкирской Метана. До Октябрьского. Но это 3,5 часа езды. Время сейчас 10. Не знаю, будет что по дороге, не будет. Где-нибудь заякориться, полежать, поспать, пробздиться. Сети нету. Пора уже закупоривать лямки. Ну, дым сегодня повеселил, да? Потешил, конечно. Ну, чем тормозить? С весом, с таким. Конечно, так раз, 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 потому что если нажмешь, им сразу мгновенно отлетят. Коробкой, ну, не та ситуация, чтобы коробку тормозить. Там надо притормаживать, иначе она кочегарит и кочегарит. Блин, что-то уже замучился ехать. Штаны, блин, жмут, трусы жмут. Сколько у нас там на термометре? 20 градусов. Но я печку не включал, но вот пару этих шишечек подкрутил, потому что так это... О! Что-то жрать неохота, аппетита нет никакого. Сколько? 22:20. Не знаю, выдастся тут где теперь встать или нет. Сети вообще нету. Теле2 какая-то шайза. Надо это, чтобы на работе, много где, кстати, выдают рабочие сим-карты. Чё я должен, блин, по 615 рублей каждый месяц сложить? Я им пользуюсь, я вообще не звоню никогда, мне нахер это не надо. Не люблю по телефону разговаривать. Пользуюсь исключительно в рейсах. Да, вот в основном везде выдают рабочую сим-карту, какую-нибудь универсальную, МТС, допустим, где будет везде ловить. Надо поднять этот вопрос, я все забываю. Тут вроде едешь, наговоришься все, да, и мне кажется, будто бы я уже это сказал. А на самом деле, кроме меня, это и никто и не слышал. Полицаи. Вот, кстати, тут и сеть есть. По-моему, я где-то тут спал. Вон там вон стоят машины. Сейчас разведаю обстановку. Может быть, здесь и посплю. В принципе, осталось всего 380 километров.
Херня, один фиг они меня в обед там только ждут. Решил тут встать, что-то тут очень много машин стоят. Может, там дальше ни хера и не будет. Села, поселения начнутся. Закупориваюсь. Время у нас без 20:11. Сейчас. Не знаю, у меня вот с собой компот домашний. Пельмени сейчас доел только недавно. И вот съем плюшку. Вот такая вот плюшка московская. Сдоба. Ты хер бы с ним. Нормально. В принципе, мне... Я не знаю, мне кажется, что я проснусь. На крайний случай тут и заправка есть в туалет, если с утра припрет. Как обычно. Организм привык, блин, по такому графику, биологическим часам тусоваться. Вот, и уже... О, и уже никуда не денешься. Так, сейчас и тут мы все застелим. Подушку закрывал этим флагом Ричарда Джонса. Чтобы это... Ну, когда тут возил я, вчера грузился, и это, чтобы кто-нибудь мне в подушку не пернул, я ее закрыл флагом. Он отбивает всякую бздежь. В общем, ладно, что, друзья, закупориваюсь тогда. Посмотрим, что будет нас ждать дальше. Затягивать тоже ролики особо не хочу. Может, где-то много воды, может, еще что-то мне надо почерпать энергии. Как раз с новыми силами. Может быть, с кем-нибудь там в Башкирии встретимся. Ребята пишут, если получится, все по времени срастется. Не со всеми получается, потому что кто оттуда едет, кто отсюда. И хрен угадаешь и подстроишься. В общем, ладно, все, ем эту булку, ем эту плюшку, ем компот. И все. И ложусь. Спартак подвел, проиграл деньги. Лучше кроссовки купил, а то приходится вот в дедовых панталонах ходить. Все на ладом дышит. Ладно, давайте, друзья. Не унывайте. А вот мне, походу, предстоит приуныть. Сейчас как-то глянул, вид вот этот обшарпанный руль, вот эти сиденья, херенья. Иногда так думаешь, нафига мне все это надо? Почему я такой телок? Уже давно бы, сто раз бы ездил бы на нормальной машине. Нет, блин, нет. Ладно, все, пока, друзья. Как раз смонтирую вам этот ролик и ложусь спать. Да, вы пишите, давай часто, давай когда часто. Вот те смотрели, просмотры видос набирает, лайки там ставите, хотя бы килограмм, полтора. И все, и я выпускаю следующий. А если это не набирается, то через неделю, чтобы видео не уходило в пустоту, потому что я для этого вкладываю силы. Все, всем пока, бай-бай! Надо какую-нибудь еще прищепку сюда придумать. Чтоб так, хлоп-стоп, это раз-стоп. Все, свернулся тут калачиком, как брусок. 19 градусов. Доктор говорил, в 15 лучше всего спать. Все, вот такая у меня здесь Калачаево-Черкесия. Фух. Туши маргас. Что ты нафиг? 17, один хер, что-то холодно. Сейчас, как вы меня учили, на Т жмешь. И ставим, пусть будет 21. Посмотрим. Ребят, перевели 200, 300... И 550 рублей. И привет семченским агрессорам. О, все, теперь точно, на кобяк.